Крутой выискал. Пощадите! Руш, умнел руки! Кто готов помериться силой с арчи... Вечный огонь. Эй! Ты часом не хочешь выйти против нашего чемпиона? Веди себя прилично, хулиган. Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Начали! Улижет. Завтра за нее же укусит. И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Что же, если охота подраться, попробуй выстоять против капитана стражи. Столица мира. Глазище. Опять голова болит. Погоди. Вот управимся с колом. Чма! Не крутись тут! Найдется ли достойный соперник для капитана? Я Геральт. Неважно, как тебя зовут. Неважно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Начнем, я готов. Хорошо. Геральт из Риви сверг капитана Мортимера. Вот твоя награда, чемпион. Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Дурденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Это на случай, если первый сломается. Разумно. Живем в материале. Вечный огонь нас хранит. Хватит с меня.
драться с Дурданом Портным. Сейчас узнаем. Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте, в Велине он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с портным. Жители... Ну-ка, иди ко мне, дядь... Зараза! Черт! Сука! Нехорошо. Дурден больше не чемпион! С этой минуты титул принадлежит Геральту! А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Эй, белоголовый, думаешь, чем могу служить? Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел.
Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грюникан, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры! Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А чем тогда заняться? Кует подковы, гвозди. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек... Если все на самом деле так... Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Только вот есть одна вещь... Смотря что нужно. В конце работы доспех... Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Врониц. Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть за... Принеси мне кислоту. Пойдите вы все к черту! Глаза у тебя как у кота. Может, какого мужичка бутагами засечем? Хоть развлечемся. Погоди минуту. Милый, а шутят такие сны. Мой старик не сидел все время в корчме. Пойдите вы в...
шкуру с тебя спустим. Не давайте ему продохнуть! От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. Шкуру с тебя спустим. Покончим с этим.
Вперед, плотва! Откуда боги привели? Кажись, у меня чесотка. Такой седой. Чем больше трезвый. Чего? Хочешь посмотреть на? Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сука, сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати. Мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Будь здоров. Говнюк. Снак. Ты вернулся. И как? Достал кисло? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт, я закончила. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Генерал, мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия — дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права, я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание.
Без манекенов, по-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты, наденешь этот доспех? Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Сначала я хочу понять, в чем будет заключаться проверка. Я заказал доспех, который должен выдерживать арбалетный выстрел. Как думаешь, как я буду это проверять? Не бойся, Геральт. Доспех выдержит. Кислота придала ему такую прочность, что его разве что баллистой пробьешь. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Мать твою! А я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Я-то оклемаюсь. А вот доспехи эти — дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе.
деточка. Жалься. Помоги, старый слава. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верный милость. Починить надо в ночи... Парша и бородавки? Звучит серьезно. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не рис... Ведьмачье дело, со... Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Верно ты выглядишь.
это как? Поедем селянок исповедовать. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Медальон дрожит. Это место силы. Thank you.
Вперед, плотва! Магия — это место силы. Но! Шевелись, плотва! Магия — это место силы. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Thank you.
Пошла. Магия — это место силы. Придержи. Медальон дрожит. Это место силы. Теперь помедли. Может вернуться? Покажи, что умеешь. Медальон дрожит. Это место силы. Thank you.
Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Да славится вечное дело сотворения. Дай-ка посмотрю, что там у тебя.
Спасибо, будь здоров. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Но пошло. Thank you.
Но! Давай, плотва! Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Держи. Медальон дрожит. Это место силы. Отдохни. Это место силы.
Но! С нами, боги! Не отпускай его! Зараза, такое чувство, что я что-то забыл. Отдохни. По зенкам его, сукина сына. Он колдует. Этот ублюдок. Ну ты. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Валак готовил свой собственный план. Если льет, может, мерзавцы из замка не высунутся. Геральт! Как там мой дот? Все готово.
Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Магия — это место силы.
Что, драться расхотелось? Как гнусный же ты. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план.
Зараза, такое чувство, что я что-то забыл. Это место силы.
Медальон дрожит. Это место силы. В дорогу. Надо глянуть в карту. Ай, старый я стал для таких странствий. Бежит дорога все вперед. Девушки будут нервничать. Бежит дорога все вперед.
Эй! Пошла! Давай, плотва! Покончим с этим!
Thank you.